wanted. You want it all right. Начнем мы, естественно, с конца. С конца в плане с нижней позиции. Команда на четвертом месте, которая у нас оказалась, Адреналин. Третье место заняла команда Ваймак технического университета. Естественно, команда, которая получила большее количество пунктов, 70, это команда экономической академии Молдовы А7. Кому же в этом году достался кубок, переходящий кубок Универкап? Ладно, не буду вас долго томить. Команда Государственного университета медицины и фармакологии. Yeah.
like you.